Добрый день! Мы продолжаем вторую часть нашего ролика. Измеряем ТДС, общий суммарный показатель концентрации веществ и солей, которые растворимы в воде. Еще раз напоминаю, что вся вода была куплена в одном из самых крупных супермаркетов Москвы. Ну, поехали. Значит, вода сенежская. Так, замеряем. Так, вторым прибором замеряем. Ищем. 242. Ну, то же самое. 243 даже показывает. Небольшая погрешность. Как и положено. Так, дальше у нас идет вода негазированная Аква Минерале. Так, 54, шикарно. Так, и вторым прибором у нас идет 57, великолепно. Так, отставляем, смотрим дальше. Вода Эльбрус. Кстати, вода Эльбрус была куплена, если я не ошибаюсь, за 123 рубля. Вот эта маленькая бутылочка была куплена. Сейчас посмотрим, что из себя представляет она. Наверное, с Эльбруса растворили и привезли. Чистая-чистая должна была быть. Так. 112. Первый прибор у нас показывает еще раз. Так, 112. И второй прибор у нас показывает 112-114. Ну что, приемлемая вода, конечно, не за 123 рубля, но тем не менее. Так, идем дальше. Дальше вода у нас идет... Куртойс. Натуральная вода, негазированная. Посмотрим, что это такое. Девяносто Второй прибор у нас показывает. Так, а второй прибор показывает у нас 157. Сейчас давайте еще разочек посмотрим, что у нас первый покажет. Да, 156 показывает. 156. Еще раз замеряем. Да, 157. Угу. Видимо, может, капли остались там на том стакане. Так, давайте дальше. Вода Эвиан. Куплена эта бутылочка за 100 с лишним рублей. Смотрим, что за вода. 274. Обалдеть надо. Так, давайте вторым прибором замерим. То же самое, 271 показывает. Да, наверное, чем дороже, тем хуже. Сейчас посмотрим дальше. Дальше у нас идет святой источник. Святой источник 101. Первым прибором у нас идет. Так, и вторым прибором у нас идет 100. Тоже 101. 101. Ну, приемлемо, нормальная вода. Так, осталось у нас
3 воды бутылки. Так, Калинов родник. Негазированная питьевая артезианская вода. Так, первым прибором смотрим. 320, 322, 324, 324. Так, второй прибор. 326. Такую воду пить нельзя. Так, артезианская. Да. Так, смотрим байкальская. Что нам с глубины 430 метров написано? Ну все, наверное, вода будет просто шикарная. Посмотрим, что там на глубине 430 метров с Байкала нам поставляют. Так, первое измерение. 59. Второй прибор. 60. Ну, то же самое. Ну, в принципе, приемлемо, нормально, хорошая вода. Так, и заключительный у нас на сегодня идет Апаран. Вода питьевая, родниковая, Апаран. Негазированная. Восемьдесят девять. И вторым прибором замеряем 91. Ну, практически то же самое. Ну, в принципе, нормально приемлемая вода. Спасибо за просмотр. Не забываем, что будет у нас третий ролик, посвященный воде, которая предназначается для наших детей, для детской воды. Он тоже выйдет через день или завтра, ну или на следующий день, или через день, как мы сможем успеть. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо.